Основной состав «Динамо Брест» в течение недели в очень плотном режиме готовился к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Аполлона» из Лимассола. К счастью, серьезных потерь и повреждений в команде нет, все футболисты занимались в общей группе. Тем временем в тренерском штабе нашего клуба произошли изменения. Его новым руководителем стал чех Марцел Личко, ранее занимавший должность ассистента главного тренера. Помогают Личке шотландский специалист Питер Левен, ранее работавший в структуре клубной академии, и новый тренер вратарей Василий Хомутовский. День накануне поединка выдался особенно насыщенным. Представители обеих команд пообщались с прессой и рассказали об ожиданиях от еврокубкового матча. «Динамо Брест» представляли Сергей Ковальчук и Павел Нехайчик. Понятно, что на противостояние наше двухматчевое ложится след, вернее, ложится результат первой игры на Кипре. Конечно, наше поражение, скажем так, ударило нам по самолюбию. Не умаляя достоинства соперника, надо признать, что прежде всего мы сами проиграли эту игру. Поэтому постараемся в завтрашнем матче биться прежде всего за себя, за свое имя, за наших болельщиков, за наш город. Вот, и хочется доказать, думаю, что нам всем, что мы умеем на самом деле играть в футбол и покажем завтра свой характер, свои лучшие качества. Знаете, нельзя рассматривать отдельно результаты действия команды. Результат это всегда следствие. Поэтому здесь все вместе. В зависимости от того, как действует команда, такой результат. Поэтому, конечно, то, что мы творили на поле, то безобразие расстраивает намного больше, нежели другой счет. «Аполлон» на пресс-конференцию делегировал вице-капитана и основного голкипера команды, опытного португальца Бруно Вале. Рядом с ним традиционно сидел главный тренер и, кстати, тоже бывший вратарь Сафронис Августи. Завтрашний матч точно будет труднее предыдущего, но мы к этому готовы. В ходе недельного цикла особое внимание уделили психологии. Нужно сыграть в полную силу. Результат первого матча – это еще далеко не все. В «Динамо Брест» сменился тренер. Против нас на поле выйдет другая команда, которая покажет совершенно другой футбол. Результат первой игры повторить вряд ли возможно. Завтра будет трудно. Здорово, что у нас получилось уверенно победить неделю назад. Но с другой стороны, соперники уязвлены и хотят доказать и самим себе, и своим фанатам, что они сильнее. Но мы готовы к этому. Отличная новость для нашей команды. Несмотря на неудачу в первом матче, брестские болельщики вновь демонстрируют верность бело-синим цветам. На поединок против «Аполлона» к вечеру среды раскуплено более половины билетов. У вас еще есть шанс поддержать «Динамо Брест» на трибунах. Квитки стоят от 3 до 10 рублей. Все подробности можно узнать на официальном сайте клуба. Информация о приобретении билетов в ссылке в описании к этому видео. Приходите, команде нужна ваша поддержка.